охоту с Виктором Бушменевым. Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин. Это программа «На охоту» с Виктором Бушменевым. Виктора Анатольевича я приветствую в нашей студии, владелец компании «Полигон», профессиональный охотник. Добрый день, Владимир. Добрый день, друзья охотники. Наша передача сегодня посвящена будет заготовке и переработке пушнины. И у нас в гостях мой друг, охотовед, генеральный директор компании «Меховая мода» Александр Бугай. Добрый день. Добрый день, Александр Владимирович. Добрый. Я в двух словах скажу о чем. Нелегок труд охотника в тайге, и мне, начинающему когда-то карьеру охотоведа, я начинал промысловиком. Заходишь в тайгу на 2 месяца, это надо рассчитать продукты, сохранить эти продукты. Охотничий путик – это 4-5 избушек зимой, между ними расстояние там 10-12 километров. Это ежедневно идешь из одной избушки в другую, это 8 километров примерно. Надо проверить все капканы, проверить все ловушки, достать зверьков, подготовить приваду, где-то насторожить капканы по-новому. Вечером приходишь в избушку, и уже приходишь темно. Выходишь потемно из избушки, значит, из зимовья, и приходишь потемно. А приходишь в избушку, она же... Холодная. Холодная, да. По стенам висит куржак. Затапливаешь железную печку, и надо оттаять пушнину зверьков, снять эту пушнину, ободрать, обсушиться, сварить ужин, собраться на завтра, ну и забыться коротким сном смертельно уставшего человека до утра. И утром снова на широких лыжах по целине также идешь, то есть труд очень тяжелый. А сегодняшние закупочные цены на куницу, соболи и норку сформировались таким образом, что вообще не покрывает затрат охотника. А у многих отдаленных жителей поселков, деревень, это практически один из основных заработков, особенно за Уралом и в Сибири. Это хорошее подспорье для семьи. И в отдаленных деревнях надо же и детей собрать в школу, и одеть, обуть. И вот у меня вопрос, Александр, к тебе. Из-за чего такая низкая закупочная цена на пушнину? На сегодняшний день цена на куницу там 2000 рублей, это еще, и все говорят, что это еще хорошая цена. На соболя 3-3,5 тысячи рублей. То есть эти затраты охотников на то, чтобы зайти на промысел на 2-2,5 месяца, они практически не окупаются. Скажи, пожалуйста, из-за чего сложились такие низкие закупочные цены сегодня на пушнину? Ну, в том числе основной промысловый вид, да, в России, коммерческий, самый, так скажем, раскручен, это соболь. В советское время это была монополия, очень строгий контроль, и продавался через одну площадку «Союз Пушнина» в Санкт-Петербурге. То есть было все централизовано? Да, это соболь, это было полностью под контролем государства здесь. Если у тебя находили шкурку соболя, то это уже было уголовное дело. Поэтому продавалось через ленинградский пушной аукцион «Союз Пушнина». Почему? Потому что 100% этого меха уходило на Запад, приезжали западные покупатели. Покупали за валюту. Это аукцион, это валюта. Что такое аукцион? Это сидит в зале большое количество богатых покупателей, аукционист, меха поделены на лоты, подборки, все, и начинается, кто больше даст. И шел торг, и продавалось всегда по максимально высокой цене. Поэтому промысел соболя на сегодняшний день в России достаточно раскручен. Это все уже отдано в частные руки. Есть большие конторы, фирмы, организации. В Сибири, особенно там, где водится баргузинский кряж, где финансируется наперед промысел, дается аванс, техника, вертолеты. Ну, это процесс, в принципе, налажен. Речь идет там, где не водится баргузинский кряж, а где больше присутствуют, так скажем, светлые цвета, да, это Урал. А баргузинский кряж – это самый дорогой, да? Ну, это темные цвета, там много нюансов. Это Забайкалье, да, мягкие цвета. Баргузинские мы закупали, и на Северном Урале встречаются эти цвета, но не доминируют. Когда я говорил, что где там, где тобольские соболи, тобольский кряж, там выпускали баргузинского соболя в 50-е годы. Я вот буквально на днях разговаривал, звонил на родину туда, ну, где вот соболь у нас как раз по вишере, и добыли шкурку абсолютно как уголь, темную, темный соболь. Да, да. То есть вот, вот это отголоски тех выпусков, которые были выпуски по вишере, именно интродукция баргузинского соболя в вишерские леса. Ну, давайте вернемся к цене. Александр Владимирович сказал, что отрасль, в общем-то, развита, она находится в частных руках. Как формируются цены-то закупочные, и почему не все ими довольны? Ну, меховой бизнес и в масштабах России, и в масштабах планеты, так скажем, очень конкурентный. Поэтому спрос рождает предложение. Из чего состоит спрос? Это основные покупатели вообще всех мехов на сегодняшний день – это Китай, потребители, так скажем. Это Россия плюс СНГ,
Дальше идет Южная Корея, Япония, США, Европа, они пошли вниз. Там идут тенденции зеленые. К примеру, Калифорния вообще ввела запрет на продажу меховых изделий. Mm. Ну вот вы представляете, это Голливуд, все дела, где был, так сказать, первый признак ходить, так сказать, в купальнике и в шубе, где и в накидке из соболя. Да. Поэтому это уже считается плохим тоном. То есть законодательством штата введено запрет на продажу меховых изделий полностью любых. Дальше. Есть клеточная пушнина. Мы говорили о дикой, это соболь. Но есть еще клеточная. Сейчас же норка, основной вид клеточной пушнины. Это зверохозяйство, да? Да. Такие, так называемые. То же самое. Основное поголовье выращивается это Дания, Финляндия. Ну, Канада, Америка была. Раньше выращивала Канада. Она приняла закон до 2024 года закрытия звероводства. До этого Англия закрыла законодательно звероводство. Все это под влиянием зеленых тенденций, гуманизма. Тенденция прослеживается в мировых масштабах, да. Но так как Россия и Китай не подвержены пока еще этим влияниям, да, поэтому это основные рынки. То есть на нас пока все держится. Ну, у нас зима. Не забывайте, что кроме моды высоких домов еще, так сказать, есть холод. Объективные условия, когда меха согревают. Но, тем не менее, тенденции прослеживаются. Молодое поколение уже тоже непадка на мех. Плюс большая альтернатива в виде всяких пуховиков, курток. Тенденция, она видимая, прослеживается, что идет сжатие рынка. Это, собственно, основная, наверное, да, причина таких небольших, невысоких цен закупочных? Нет, вторая причина – это кризис перепроизводства. Так, в чем суть? Это касается и дикой пушнины, и клеточной пушнины. Ну, в том суть, что бум потребления, который был… предложение очень большое. Был у нас. 90-е годы, был, наверное, у нас, в Европе. Но основное это был, играет последние десятилетия – это Китай. Ну, вот представьте, 400 миллионов населения Китая живет, так сказать, в границах и в климатических условиях, ну, нашего Дальнего Востока, где есть зима. Уровень жизни в Китае растет, как на дрожжах. Поэтому представьте, какой открылся огромный емкий рынок. Буквально на наших глазах, это последнее десятилетие, это 2000-е годы. И чтобы его заполнить, работала, сказать, вся меховая промышленность мира. Чтобы только заполнить внутренний рынок Китая. Два, то, что еще Китай на экспорт в счет. Он же выращивал норку. И на экспорт нам плохое, а сами закупают лучшие меха в мире, и внутреннее потребление шло. Этот рынок заполнял. Чтобы продать одну шубу, надо, к примеру, в ассортименте, ну, минимум 5-10. Вот представьте, магазин там висит, там, 500 шуб. И чтобы в границах этого государства открыть этих магазинов, вот представьте, какой был спрос. Поэтому цены на меха шли в рост. Это был очень рентабельный бизнес и у нас, и у них, и все были довольны. Ну, под эту марку очень быстро строились зверохозяйство, очень быстро увеличилось количество заготовки и дикой пушнины, и все было хорошо. Бобр, куница, все шло. На охоту с Виктором Бушменевым. Это до какого года было? Вот первый кризис 2008 года, значит, после этого пошел... Было 2000-е годы, шел постоянный рост, значит, кризис 2008 немножко подсело, мировые цены на меха. Потом опять вверх, до 2014 года. После 2014 года кризиса вот уже здесь пошла прямая линия вниз. После 2014 года рентабельность звероводства упала очень сильно. Вот уже, так скажем, несколько лет аукционы продают в ноль, в себестоимость, в минус. Ну, то есть этот рынок, он тоже такой волнообразный. Сейчас период падения, и, увы, пока он похож выхода на рынок из этого нефти, нет. Знаете, на рынок вот, нефти? Да. Но только там вкладываются деньги, а здесь еще спрос-предложение. Ну, в общем-то, удачное сравнение. Если вспомнить старину несколько веков назад, да, то есть пушнина, меха, они же являлись основной валютой. Ну, я вам скажу... Сейчас нефть у нас вроде как. Мех, он обесценен с точки зрения валюты, вложения средств и вообще... Все-таки мех, бриллианты, золото – это всегда был признак роскоши, статус и все. Сейчас мех потерян в этой нише, да? Ну, единственное, остались там соболя, еще что-то. Ну да, но со времен Ивана Грозного российское государство всегда поставляло меха в Западную Европу, и это был у нас основной вид валюты, основной вид поступления валюты в страну, правильно? И это продолжалось вплоть до середины 20 века, наверное. Ну, все меняется. Да. Все меняется. Ну, возьмем, к примеру, аукцион «Союзпущина» один. Угу. Вот в среднем, ну, там, в том году выставлено, за раз выставляется там 200 тысяч ориентировок шкурок соболя всего. Среднюю цену берем в том году там 70-80, ну, $100. Это там, в Питере на аукционе, да? Умножьте на 200. $100 – это за одну шкурку? Ну, это хорошая цена 100. Берем среднее 80 по кругу. На 2 умножьте. На 200. Ну, это 16 миллионов. Это не та валюта уже. Мы не можем сейчас говорить такими пафосными словами, как поступление валюты в страну. И все это уже вообще никакой погоды не делает. Не, ну, сейчас-то понятно. Но я говорю, до 80-х годов пушнина... Соболь, да. 70-е,
80-е годы это бум потребления на Западе. Соболь, все шло туда. Сейчас ситуация кардинально изменилась. А вот давайте сейчас сосредоточимся, да, на современности. Да, я бы тогда хотел вопрос задать, Александр, тебе. Крупнейшие меховые дома мод мира, они что, совсем отказались от пушнины? Или как вот это обстоит? То есть те организации, которые рождают спрос, да, во всем мире? Да, ну модница одела меховое манто, набросила себе на плечи. Посмотрите, тенденция в Европе... Пошел бизнес, понимаете? Тенденция в Европе, она уже прослеживается давно. Я еще ездил на аукционы, вот, когда они работали. Дания, Финляндия, это начало 2000-х, по-моему, меховые аукционы. И там было такое сильное движение зеленых, что у нас гостиницы, нас, меховщиков, где селились в отели, подгоняли автобусы с полицией, с охраной. Через охрану садили в автобус, потому что стояли там молодежь зеленая, бросали яйца, тухлые там помидоры. То есть они вас заранее вычисляли? Да, и под аукционом все охранялось, демонстрации, выражение протеста, садисты, убийцы и ля-ля, тополя. Чем кончилось это движение? Тем, что в Дании, там же зверофермы стоят, они даже не загорожены забором. В Дании очень сильно развито звероводство. Она на первом месте в мире. Они начали выпускать зверей. Они открыли клетки и под благим намерением животных, сказать, выпустить на волю, начали выпускать. Ну, вы представьте, эту звероводческую норку выпустить, она там белая, синяя, разных цветов. И, конечно, на всех автотрассах, потом, да, все это было усеяно трупами, плюс это огромные миллионные, десятки миллионов ущерба, начали судебные процессы, плюс показали по телевизорам, как эта норка усеяна, все автобаны, и под это дело все это выставлены огромные иски, и это сошло на нет, по крайней мере, Дания подавила. То есть зеленых задавили? Да, тогда. Но сейчас уже тренд такой, что никто ничего не выпускает. На законодательном уровне уже многие страны принимают решение о закрытии производства мехов как таковых, я имею в виду выращивание Звероводства. Это говорит... Англия, Голландия, ну, многие страны. Это говорит о том, что зеленые начали использовать другие методы борьбы, в том числе они пошли в политику и стали создавать свои политические объединения. Это тренд, это зеленые, красно-синие, ну, да, плохой тон. Запад сейчас не диктует политику меха. Они, да, дома моды, которые всегда используют меха в своих коллекциях, но они также ориентированы на Юго-Восточную Азию сейчас. Потому что в Китае, я вам говорю, что бум, и там чем дороже вещь, тем лучше она продается. Но последние годы дома моды стали отказываться, просто принципиально отказываются от использования меха. Они вынуждены под давлением, без давления отказываться от этого вида меха. Эко там свой мех продвигает. Такая ситуация на сегодняшний день. Соответственно, объемы упали, предложение-то высокое, цены падают, все. Сейчас на меховом рынке, что внутри российском, что мировом, предложение превышает спрос. Когда предложение превышает спрос, цена автоматически падает. Поэтому здесь можно пожалеть заготовителей, можно, так сказать, промысловиков пожалеть, но, к сожалению, тенденция. Коллеги, уважаемые, я сейчас хочу представить простого охотника, который живет в Кировской области, в отдаленном где-то населенном пункте. Как ему-то простым языком объяснить, почему он не может дороже продать, нежели... Ну, сейчас ситуация какая? У нас в Кировской области нет такой профессии, как промысловик. Да, это попутный вид. Что у нас ловится в Кировской области? Ну, бобр, куница. Да? Ну, норка, она уже это попутная. Енотовидная собака, лиса, это местные виды, они не погода. Ну да, вообще не делают. Из всех видов... Даже норка уже не стала. Помнишь, когда на хатфаке мы учились, мы норку заготовляли, как бы, да? Она не нужна, она стала физически не нужна. Да. Поэтому ее ловить не надо. Проблема, что звероводческие хозяйства продают норку уже практически в себестоимость, это уже хорошо. То есть, когда в нуль они свели, спрос, да, затраты? Спрос слабый, плюс налогообложение звероводства. Плюс на Западе затоварка мехами на аукционах можно купить норку ниже себестоимости, там ее растаможить. Ну, вот я же говорю, когда предложение очень большое, только регулирование ценой. Значит, в Кировской области, что мы, о чем мы можем говорить? Это бобр и куница. Бобр есть, частники есть, заготавливают небольшими количествами, большими, тут понятие такое растяжимое, которые заготавливают под себя, выделывают и ищут какие-нибудь изделия. Куница пользовалась популярностью, так как альтернатива соболю, ее покупают дешевле. Сейчас очень много технологий покраски, обесцветки, там, нанесения всяких тонов. И продавалась она всегда в изделии, как похожая на соболь, но дешевле. На охоту с Виктором Бушменевым. Еще по кунице могу сказать, новая такая, так сказать, мулька. Новая фишка. Фишка, да. Но она не новая, но сейчас платят хорошие чуть ли не $10 и 20 за хвост куницы. Покупают еврейские религиозные организации, у них же хасидов и все прочее.
прочее, есть такие головные уборы, они ищут из хвостов куницы. Где обязательный элемент вот этот хвост куницы полностью из него пошит, они его красят там специально, это их, в общем, традиционные вещи, поэтому есть конторы, которые под это заготавливают куницу, но их интересует только хвост, а там требования длина, пушистость и все прочее, такие серьезные требования. Ну, то есть куница, добытая в конце ноября, в начале декабря, когда она еще опушенность шкурки такая высокая. Когда цена на соболя падает, соответственно, автоматически падает цена на куницу. Ну, я вот так понимаю, что, условно говоря, в низких ценах на дикую пушнину для охотников-промысловиков, а мы говорим про охотников-промысловиков уральских, сибирских, Дальний Восток, это, получается, такая косвенная вина, это клеточная пушнина, правильно? То есть очень много клеточной пушнины, которая подорвала ценность дикой пушнины. Не так? Не, однозначно. Норка дикая, вычеркиваем. Бобр. Вы не забывайте, еще Канада же у нас, Северная Америка, по бобру там на первом месте. И были года, когда проще съездить на аукцион в Торонто, купить этого бобра, через всю планету перевезти, растаможить, заплатить за транспортные услуги, выделить, и это будет... Дешевле. Ну, не дешевле, но не дороже. Так ну, скажем. Вот, Саш, я хотел тебе как раз задать вопрос про североамериканский рынок. С ним-то что? В том же Торонто, который ты упомянул, там одна из старинных, крупнейших пушно-меховых бирж, существующая практически с 1670 года, если память мне не изменяет. Да, это аукцион NAFA называется. Североамериканский пушной аукцион. Он находится в Торонто. Был еще в Сиэтле. Сиэтл первый обанкротился несколько лет назад. У них был бренд Black Llama. Если кто знает, черная клеточная норка, значит, NAFA его себе выкупила еще. У NAFA свой бренд NAFA, черная норка. Ну и плюс на NAFA продавалась основная коллекция дикой пушнины североамериканской. Есть еще Fur Harvester, это канадский небольшой пушной аукцион, занимающийся дикими мехами, но он сейчас выставляет свою коллекцию в Финляндии на аукционе Saga. Коллекцию дикой пушнины. Это аукцион, который принадлежит промысловикам, да? Fur Harvester. Ну, я не знаю, там собственников. Вроде собственники трапперы, как бы объединение трапперов, охотников да, по нашим промысловикам. Да, там эти вещи не частные, это ассоциации. Сейчас у NAFA тоже проблема, они, так скажем, не банкроты, но объявили, вот буквально прислали 2 недели назад уведомление, что аукцион следующий проводиться не будет, вводится внешний управляющий. В общем, финансовые проблемы. Почему? Еще раз говорю, потому что последние годы продажа пушнины велась по заниженным ценам ниже себестоимости. То есть работали в убыток? Да. А если учесть, что они финансировали охотников, там, зверовода, все прочее, значит, они проедали свои деньги. Еще фирма в предбанкротном состоянии? Вот вы... Ну, они вежливо обходят это. Они не банкроты и не предбанкроты, но они заморозили все платежи, ввели, так сказать, внешнего управляющего, тем не менее. В России-то это является признаками вот этого состояния, в принципе. Да. Тенденция понятна, все. Просто дикой пушнины скопилось столько, которые они не могут продать даже физически и даже по любой цене. Потому что Китай поглощал основную массу и бобра, и андатры. Китай тоже не резиновый, он уже наелся. Насытился. Ну, что касается соболя, вы не забывайте, он заготовитель, за хорошего соболя всегда платятся хорошие деньги. Темный, первый, второй цвет, седина, это, так сказать, штучный товар, он, да. Светлый соболя, разноцветная соболя. Понятно, тут же еще система заготовки, это же посредники между аукционами и охотниками. Никто не отменял. Один купил дешевле, другой подороже, дороже. Ситуация какая? Никто не знает, какие будут соизпущения. Первый аукцион начнется в январе. Никто не знает, какая будет цена. Тенденция такая, что цена расти не будет. Соответственно, заготовители сейчас пытаются охотникам занизить цену, потому что они могут купить за 5 тысяч, а на аукционе продать там за 4. Условно говоря, с советского времени баргузинский соболь всегда вел 100 рублей стоил, правильно? А тобольский стоил закупочный, принимало государство. Это 100 рублей была максимальная цена, а тобольский, конечно, дай бог, ты сдал 35, 40 рублей. Они остаются, пропорции. Хотя тобольский соболь крупнее, чем тот же баргузинский, но цена была именно из-за цвета меха. Сейчас еще смотрите тенденция. Если «Союз Пущина» была, так скажем, советская площадка, аукционная «Союз Пущина», потом ее банк «Зенит» купил, и все эти последние десятилетия она была частной, но единственной по торговле соболем, то вот сейчас, насколько я знаю, у них какая-то там война, деление собственности, и уже объявлено, что будет два
параллельно происходить аукциона соболиных в Питере. Значит, то есть Пущино разделилась на два аукциона. Плюс еще уже второй или третий год открыли аукцион по соболю в Иркутске. Единственная проблема, что они все эти, так сказать, деления и дробления не вовремя на дне сделали. Поэтому что такое три площадки? А покупатели одни и те же. Это иностранцы, российские покупатели сейчас, там, Москва, Пятигорск. Понятно, если ты поешь в Иркутск, то задача покупателя купить дешевле. Понимаете? Вот была одна площадка, там можно было контролировать, регулировать все-таки, вынуждать их хотя покупать бы повыше. То здесь они вот этим дроблением сами уже себе. Сами, грубо говоря, тенденцию на понижение. Ты не продашь мне соболя по стольке, я куплю Иркутск. Да. Иркутск не продал, я поеду в Питер, а тем более Тем не менее, барбузины, первый цвет, седые, это всегда топовые вещи, они будут продаваться, но проблема, что их не так там много. Буквально 3 минуты у нас остается, время очень быстро летит. Есть какие-то пути выхода? Или мы ничего не можем с этим сделать, с этими мировыми тенденциями? Ну, главная проблема, это, я считаю, что это движение зеленых, которые уронили спрос. Ну, в той же Канаде, да, вроде бы зимняя страна, но не будем говорить там про северные районы. Сам район Торонто, там очень сложно человека увидеть в пушном меховом. И как бы, а если ты в шубе, то есть гарантия, что тебя просто зальют краской. Зеленые, даже их можно назвать не просто зеленые, вот мы выпускали зверьков с фермы, да, это же даже преступление, это за ашизм. Или как вот, например, в соцсети мне пишут, убиваете, то другое. Я говорю, так есть такая наука, охотоведение, она мировая. Вы сначала изучите или почитайте, что такое управление популяциями охотоведения, а потом говорите. Я все-таки хотел, Александр, еще, может быть, есть минутка спросить? Минутка буквально. Да, искусственный мех, эко-мех, это и тоже подрывает натуральную пушнину. Потом от натуральной пушнины у нас нет никакого вреда. Утилизация все. А представляете, утилизировать ту же шубу, если весь мир начнет ходить в искусственном мехе. Утилизация той же шубы, это стоит гораздо больше вреда для природы и вообще для экологии, нежели утилизация натурального меха. Постарайтесь емко и четко, да. Потому что смотри, время поджимает. Смотрите, сейчас аукционные дома, Сага, это финский, датский, уже разработали программы по популяризации, так сказать, натурального меха, по дискредитации. Эко-мех, он же тоже делается из волокон, волокна делаются из нефти. Но главная проблема эко-меха – это тепло. В Европе можно раскрутить, в Америке эко-мех, носите все, но эко-мех при минус 30 градусов, ну, попробуйте, я не знаю. У нас мех, что бы мы ни говорили, основная функция – это борьба с холодом, защита от холода. Если там Москва носит моду, я видел, в Крыму и в Сочах ходят при 10 градусах, но Якутск, Иркутск, Магадан, Нарьян-Мар – это, конечно, тепло. А тепло, еще если оно красивое, или соболя, и все прочее, это никуда не денется. Поэтому эко-мех параллельно раскручивается, но параллельно финансируется меховыми ассоциациями. Борьба за раскрутку натурального меха. Но тенденция понятна. Основные потребители останутся – это Китай, Россия, СНГ, ну, Южная Корея, удивительно. Носят хорошо, Япония. На Запад равняться, они законодатели моды, а как потребители и влияние на общие объемы, так скажем, они это падает. Ну, в общем, перспективы у меха есть. Заставь, попробуй нашей северной народности отказаться от меха. К тому же якуту скажи отказаться от меха. Поэтому я думаю, что закончим вот на этой волне, что перспективы у меха есть. Есть цена, я и говорю, ну, надо пережать. Времена тяжелые и для заготовителя, и для производителя. Спасибо, Александр, за емкие профессиональные ответы. Спасибо. Спасибо. Виктор Бушменев, владелец компании «Полигон», профессиональный охотник, и его друг Александр Бугай, охотовед, руководитель компании «Меховая мода». Спасибо, до свидания. До свидания, всего доброго. Программа «На охоту» с Виктором Бушменевым.